Да не ебут эти укропы, они уж вообще ебанутые. Они уже начали подходить. Я уже не знаю, что делать. Они уже начали подходить вот ко мне, нахуй, 150 метров, 50, 100 метров, нахуй. Вчера, позавчера... Ты меня пугаешь. Позавчера, как начали стрелять по нам, я ебал, значит, душа не выпала, нахуй. Да, вот это Херсонская область, ебать, тут пиздец, вообще все плачевно, нахуй. Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы, целым, нахуй. Я уже не знаю, когда, нахуй, хотя бы вообще приехать, блин. А зачем они вообще тогда поехали? Ради денег? Да вообще, некоторые вот и люди приходят, взрослые, по 45 лет, есть по 50. В Москве машина у них, за несколько миллионов. Коттеджи, частные участки. Я говорю, ты чего вообще сюда приехал? Сам по желанию пришел, поехал. Немца бить, нахуй. Ему 45 лет, нахуй. Такие, которые, нахуй. Вот, ну, такие, нахуй.